Всем привет! Те, кто внимательно смотрит мои ролики, заметили, что я так и не рассказал о покраске. Дело в том, что я специально хотел дождаться окончания сезона, уже через пару недель турбо отправиться в гараж на зимовку, сделать один ролик, рассказать, с чего все начиналось и чем все закончилось. Я успел снять капот с англичанина, покрасить его. Следующий ролик именно об этом. Не переключайтесь! Машина мне досталась в вишневом цвете. Изначально я планировал сделать легкий red look. Я взял болгарку и частично снял краску. Если честно, заставить машину ржаветь не так просто. Мы натирали машину солью, натирали машину содой, поливали машину пивом. Но самый действующий способ – это использовать бытовую химию. Какое-то время спустя я понял, что результатом я не особо доволен, и мы решили покрасить мою машину. За покраску отвечает Саток. Это, наверное, тот человек, которого ищут все коммунальные службы нашего города. Мы взяли баллоны для граффити и прямо около гаража покрасили мою машину. Слева мы решили оставить большой тег, тогда как справа изобразить кота и стилизовать название моего магазина. Я купил около 25 баллонов. Баллоны фирмы Montana, фирмы Loop, но далеко не вся краска была использована. Крыша и капот выполнены в стиле throw up. Это элемент бомбинга. Мы специально хотели добиться эффекта, что машина была покрашена на скорую руку, пока стояла на паркинге. После покраски я специально вышкуривал некоторые элементы, чтобы граффити не выглядело как наклейка. Сегодня мы начнем рубрику «Fuck you», а именно часто задаваемые вопросы. Как записана твоя машина в техпаспорте? В Латвии с этого года совсем не обязательно указывать цвет в техпаспорте. Допустим, у меня в техпаспорте стоят две звездочки, но в базе данных моя машина числится как вишневая многоцветная. Вопрос номер два. Будешь ли ты покрывать машину лаком, чтобы сохранить краску? Нет, я не собираюсь покрывать машину лаком. Более того, уже через год или два мы полностью перекрасим машину. Третий вопрос. Как реагируют сотрудники полиции на твою машину?
Каждый год я прохожу государственный техосмотр, у машины есть страховка, краска официально забита в базе данных. Если вы откровенно не нарушаете правила дорожного движения, не создаете аварийных ситуаций, в полиции также работают адекватные люди и меня не тормозят каждый день, чтобы вынести какое-либо предписание. Оставляйте свои вопросы в комментариях, продолжим общаться. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Всем мир!